тут у нас сегодня? Хотя бы броник. Как обстановка? Нормально. Тихонько. Значит, будет беда. Че это? Когда тихо, жди беды. Две брони у меня тут. Да, я взял уже. Спасибо. Пытаюсь второй одеть, но ничего не выходит. А чё, брик плавает? Да ты чё? Да это издевательство, отвечаю. Это издевательство. Я не убил в воде челика. Там еще один. Этого что ли? Да, этого в воде не убил. Еще один здесь. Вот там был. Это вообще, я просто так разочарован с этим. Я тебя так сейчас бомбочкой. Кто стрелял по мне? Я понимаю, но я убежал, у меня патронов нет. Да, тот. МП7 без патронов. Ой, к нам пришли. На этот, на мой. Чем ты кинул? Блин, вдруг на втором этаже кто-то есть? Не, к нам пришли с этой, скажи, блин, с твоей стороны, с альфа. Ну, они ушли уже. Я думал, все, война. А ты желтый посмотрел, да? Все нормально там. У тебя шприцов сколько? Один. Блин, а почему у меня был один шприц? В смысле, почему у тебя был один шприц? Я же убил два. Ну, одного, может, я у тебя схватил шприц? Я один своровал. Есть. Красиво. Да, есть такое. Кто успел? Ладно, быстрые помню, ручки. Доброту. Броник тот полутал. В доме кто-то, скорее всего. Вот один был здесь, с дробашом. Ааа, в лицо сразу с дробаша. Там он, да, не прыгай, он не знает, что ты здесь. На тебя сейчас выйдет. Хоть перезарядил бы. Так, а чё у меня за броня вроде была такая, да? Что так свалим-то сразу? Что, вообще без вариантов? Да, 22 хп. Ты же мою хилку скамонишь. Прилетел, да? Сколько секунд? Две. Все, отлично. Ах, замочилась, гад, все-таки нашел. Я закрысился, но они вернулись. Да, старая фишечка, знаю. Сейчас две сек. Звон тут идет. Хана мне.
О, зачем же сюда прыгнул? А потому что больше нет. На пирс надо было. Может, что-нибудь не делать? Ты стреляешь, что ли? Да. О, челики. Есть что у него? Дробаш бери. Схвачу сейчас. Сейчас еще один выбежит. Пошли аирдропа дожмем, попробуем. Сейчас, дожмем. С кем там берешь тоже? А! Собаки. Да хотел этот ящик разбить. Да, и зачем ты? Ты себе так кинул. Я испугался. А там кто-нибудь есть на дропе-то? Да. Двое, не ходи. Зашкерься, он там. Тебя окружили вообще. Сейчас я, подожди, высажусь куда-нибудь. На пирс куда-нибудь что ли прыгай. Да, на пирсе прыгал. Дроп заберу. Там двое было. Ну а что делать? Ну, да, без вариантов. Да, да, да. О, к тебе выпрыгнул челик, кстати. На крышу. Мне хана. Да, у них скар. Ну, карту открой. Хорошо играет, ребята. Я не знаю, что вообще делать, куда прыгать. На пирс. На лодке иди. А ты что, их там перебил, что ли? Нет. Так у тебя что, как минимум двое. Да, иди ко мне быстрее. Забирай. Блин, два патрона, думаешь, брать скар? Да нафиг, ради двух патронов. У тебя неплохо. Игра-то жесткая. Ну это как интересно. Сейчас я их найду. Посмотри, крыша пустая. Крыша чиста. Да, крыша чисто. Он где-то здесь. А, нет, это флешка моя, которую я кинул. О, прилетел ящик. Внизу здесь. Один из. Другие где-то гасятся, значит.
Наверное, в самой гостинице гасится. Один здесь, Саня. Ой, Миша, вот бежит. Он что ли в гостинице? Я поджигаю. Это я поджигаю там. Все правильно. Один спрыгнул на меня, второго ты пас. Горбун. Да, парни, наверное, прихерели чуть-чуть. Сидят две девочки. В голову. В башню стрелял. Лайк, дизлайк, подписка, ребят. Всем удачи, всем пока.